Не знаю, що я тому сказати, зараз цю дорогу їхав, думав. Не знаю, навіть, що об этом думати. Тому що тепер як їм треба домой попасти, люди хочуть домой, їм треба на роботу. Тепер не тільки що вийшло на нашу поїздку дороги Победы на Берлине. Тепер це треба буде з цим ділом розбиратися, думаю, що буде взагалі розбиратися. Важно, мабуть, важно для міста польських жителів, що ви вважаєте цим. Конечно, конечно, надо и, как сказать, и польские солдаты это тоже воевали, но только советские. И много наций там воевало, это Отечественной войне. Вас приветствовали как-то по дороге вы здесь? Люди улыбались, более улыбались. Это как-то приятно было. И это как сказать, хорошо видеть тоже, что люди здесь сердцем, которые радуются, что мы приехали, нас. Перед этим мотоциклисты с Польши, мы остановились, накормили нас, и вот дальше поехали, и сопровождают, и, ну, встречают, видно, все равно как-то тепло тоже. Рад, что такие люди тоже есть. Польские жонки собирался 12 мотоциклистов? И даже 5 было. 5 было. Польський жонк вже страшився 12 славянських моторів, байкерів. В той самий хвилі, коли приготовано приймовувати 1000 уходців мусульманів. Прошу, последний год 12 было, этот год 5 вроде было мотоциклов. И даже девушка с ними была, ее даже не пустили. Сказали, пограничник вышел и сказал нам, ну как официально, что не пустили. Угроза для Польши. Для какая, угроза? 5 мотоциклистов, бояться надо. Они могут что-то сделать. Страшная очень угроза, страшно, да? Конечно. Боимся, да, своих братьев-славянов, не боимся мусульманов-выходцев. Вот, в 90-е годы никто не боялся границы открывать, правда? А сейчас нет, все боятся. Нет. Это не знаю, как это объяснить, может, это правительство от Польши как-то это объяснит, этот поступок, как так можно сделать, не знаю. Я думаю, наконец мы должны сказать, что мы все братья здесь, уже хватит скакать, прыгать, да, давайте, ну, да, просто вот руки, это... вот я вам даю руку. Конечно, я живу в Польше 20 лет, я люблю поляков, я из России, вообще, давайте, да, тут, да, жить дружно, ребят. Ну надо, надо, если бы было бы такое, что мы что-то плохое хотели бы, какие-нибудь... акции делали бы, людей пугали. Это же не так, видите же, пришли, цветы возложили. Что тут страшного-то?
Ну теперь надо взаимно попросить, чтобы на наши панки возложили цветы. Они убирали. Вот это да, тоже. Мы же руку даем помощи, мы же открыты, правильно? Мы же не прячемся. Зачем? Правильно? Да. Тут памятник хочет, да, украсть больше? Ну, на разе тут только размовы. Собираются, да? Мед надежда, то не смысла. Надеемся. Все будет хорошо. Больших людей, много хороших людей в мире, просто. Нормальных, хороших людей 99% уже. Все. Побольше будет таких людей. Конечно. Все будет хорошо. Будет, да. Ребят, мы с вами, не переживайте. Хорошие люди с вами. Спасибо. Держитесь. Спасибо. Еще раз. Спасибо. Все будет хорошо. И тоже с ним. Спасибо вам, Ришард. Спасибо. Настоящий. А вы один пересекли? Вы один проехали? Я из Германии. Я неделю назад была в Москве, я встречалась с Александром, с хирургом. Вот, все надеются, что приедут, пройдут. Да, да. По-русски, надо, чтобы кто-то переводил. Какие впечатления у вас? Какие впечатления у вас от Польши? Да. Два часа назад очень плохие были. Две годы наших... на тему еще были выражения незаконно. Наших братьев не пустили через границу. Наши... Даже братьев моего личного друга не пустили, с которым я каждый день увижусь, он живет в Германии. Его не пустили домой. Люди пассионатов не впускают, чтобы еще споткать. И побаги его просто питают, для чего люди, которые имеют пассию, файні люди, не могут еще споткать. Где-кольвек сон. Я говорю, что почему люди с хобби, с пассией, как вы не можете просто встретиться где-то в других странах. Да. Братья остались по другой стороне. Черт, пойдем. Дальше надо? Пойдем, да. Прошу барцу. Еще раз. До трех раз штука, так? Тогда уже обнимемся раз или три раза руки зали. О, собачка тут даже не видит. Ну, все собаки пошли. Хорошо, спасибо вам большое. Фотография. Обрадовали мое сердце сейчас после этого остановить. Будет два часа назад уже. Тепло стало. Спасибо. Зараз з'їздимо на Німента, що дядьки на збірні вігури. А славян не пустили? Славяков тоже не пустили? Так. Никого не пропустили. Я думаю, это то, что как начало. Все ночные будут. Что может отключаться, мы уже идем по шинам. Ладно, давай говорим. Thank you.